Хабаровские пенсионеры мало того, что дружат со спортом, так еще и подают пример своим внукам. В Краснофлотском районе группа опытных людей, не пожилых, а именно опытных, привлекла к своим соревнованиям школьников. В результате выиграли и те, и другие. Подробности в сюжете Сергея Щербакова. Людям, которым еще далеко до пенсии, может показаться, что для старшего поколения главная дача. Но не все пенсионеры выбирают грядки. Есть те, кто устраивает спортивные соревнования, причем ежедневно. У нас сегодня с утра в 9 утра была группа здоровья. Гимнастикой занимались в авангарде. Поэтому у нас скандинавская ходьба здесь утром до 9 утра была. Вот. Так что у нас пенсионеры занимаются много. Зинаида Трубицына поначалу тоже выбирала дачу. Заняться спортом помогла, как ни странно, стихия. Вначале была дача, а сейчас дачу затопило на левом берегу, давно бросили. И теперь только хожу по спортзалам. Такие пенсионеры мало того, что в хорошей форме, так еще и пример для внуков подают. Немного таких пенсионеров, которые до сих пор занимаются спортом. Многие очень любят дачи и про спорт иногда даже забывают. Ну а мне это нравится, у меня бабушка, я беру с нее пример. Тоже между дачей и спортом выбирают спорт. Сергей Щербаков, Николай Трохин. Смотри Хабаровск.